сейчас начнем жарить. Все печали, пусть сбудутся все женские мечты. Желаем, чтоб всегда вы освещали дорогу жизни светом, красоты с праздником, родная наша Вера. С 8 марта наступает. И сегодня на этой красной ковровой дорожке наш первый гость, друзья, аплодисменты! А сейчас на нашей красной ковровой дорожке появляется Лариса. Пусть в этот день весенними лучами вам улыбнутся люди и цветы. Пусть всегда идут по жизни с вами любовь, здоровье, счастье и мечты. И эти поздравления сегодня для вас, Лариса! И эти звезды на нашей дорожке для вас. Спасибо всем! Дамы и господа, под ваши бурные аплодисменты на нашей красной ковровой дорожке Марина Яковлева. Желаем счастья, любви, они дороже всех подарков. И пусть сбываются мечты. Прекрасный день, 7 марта! Ура! Почетная грамота и, конечно же, обязательные подарки. Спасибо. Светочи наши, Валенька, пусть на работе будет гладко, в отношениях будет сладко, пустая и в одежде будет стильно, в доме все любви обильно, и с этим праздником мы тебя поздравляем! Аплодисменты, друзья! О, алмаз души нашей! Поздравления наши прими, желаю, чтобы праздник не кончался, весна в душе стихала не на миг. Любимый рядом шел, улыбался, охранит тебя, как истинный мужик. И с праздником, Галечка! Ваши аплодисменты, друзья! Да! И все это в этот день, это все тебе. И наш прямой репортаж продолжается, и прямо сейчас на красной ковровой дорожке Юлия Шредер, друзья, аплодисменты! Пусть весь год женский день не кончается, пусть в честь тебя прошурчат ручейки, пусть тебе солнце всю жизнь улыбается, а мужчины пусть дарят цветы, ваши аплодисменты! Горько! Это не туда! Аккуратно, аккуратно, аккуратно! Это туда! И не Оскар, а звезда на аллее славы сейчас отправляется Дарья Янченко. Сегодня день особый, прекрасный праздник у весны. Сегодня день 7 марта. Так пусть счастливой будешь ты, Даша, с праздником. Это все в честь тебя только сегодня собрались. И вот же она! Алмаз души его! Весенний день, 7 марта, в судьбе желая только фарта, в постели страсти и азарта, в карьере фартового старта! С праздником! И эти цветы, эта звезда на нашей аллее будет вручена отдельно. И на финишной прямой именно Александра! Этот номер дал мне твой любимый, сказал поздравь, Бутаков. Я желаю быть всегда счастливой, твой Брюс Уиллис, герой боевиков. С праздником, Сашенька! И это все только в честь тебя, только ради тебя собрались и звезду на аллее славы. Мы со своим букетом рядом с твоими стоим. И вот же она получает свою звезду славы. Сегодня она красной ковровой дорожке. Вы прелестны, словно роза, только разница одна. Розы вянут от мороза, прелесть женщин никогда. Принимая эти поздравления и эту нашу звезду на нашей аллее славы. И здесь она знает все тропинки, и она получает свою звезду, ждет прекрасных
наших женщин в этот праздник отходной. У мужчин же день рабочий с пылесосом за плитой. Сегодня она лишена всяких пылесосов. Анечка, с праздником тебя! Так, давайте продолжим нашу красную дорожку. Маша! Машенька! Мы хотим поздравить вас сердечно с веселым праздником весны. И солнце свет, и взгляд ваш ясный нам одинаково нужны. И с праздником, Маша! Эти цветы, этот шарик, и все это только ради тебя сегодня. Я так всем говорю. Это не важно, это тоже твоя. Свет очей наших, Настенька! Желаю счастья и любви, они дороже всех подарков. И пусть все сбудутся мечты в прекрасный день, 7 марта! Аплодисменты Настеньке, друзья! Это все ради вас только. Сегодня только вот ради вас собрались. С праздником! С праздником! И вот она на нашей красной желтой дорожке. Леночка, будь успешна и любима. Пусть играет в жилах кровь, чтоб не пропускала мимо нежность, счастье и любовь. 7 марта тебя с праздником! Ура! И все эти аплодисменты мужики репетировали всю ночь. И все это только для тебя. У нас все по чесноку. Девчонки, мы готовились месяц. А то, может быть, даже и полгода. Но мы постарались выплеснуть все свои эмоции вот в этот саксофон, вот в эту красную дорожку, вот в эти вот грамматы.